на флаге изображено, как наша семья создавалась. Сначала мы были с женой, потом я забеременела, один ребенок, потом второй. Вы ключевыми фигурами являются родители, которые, из-за которых вся игра и жизнь, в принципе, существует. Расскажем красками Эго. Это рисование на воде. Мы взяли белую ткань и раскрасили ее так, как мы раскрашиваем нашу жизнь яркими цветами. На нашем флаге мы изобразили ромашку, символ семьи, любви и верности. Мамы у нас всегда были, есть и будут на первом месте, но папы воспитание детей тоже принимают, будем говорить, очень имеет большое значение. А вам хорошего настроения, хорошего праздника, чтобы вы сегодня могли повеселиться, отдохнуть, а нашим организаторам пожелать неутомимой энергии, а поддержка администрации была, есть и будет постоянно. Всем спасибо! Основная цель как раз фестиваля «Папин день», точнее даже не цель, а скорее идеологическая такая составляющая, что папа находится в центре внимания, то есть папа настоящий герой, потому что в основном как бы у нас как бы такое, ну, ментально сложилось так, что воспитанием в основном занимается мама. Папа на работе, зарабатывает деньги, строит дом, сажает деревья, а как-то воспитательная роль у него немножко отодвигается, то есть такой отец, это, ну, который вот как за стеной, а папа вроде он такой, ну, как будто бы есть. И вот хотелось бы, чтобы как раз роль папы, она всегда подчеркивала, что папа тоже должен заниматься воспитанием ребенка, и как раз у нас на фестивале сегодня именно папа, главный действующее лицо с ребенком, мама как болельщица, естественно, обязательно, но все у нас лавры как раз папам и их детям. Праздники, я уже четвертый год участвую, очень нравится ребенку, все довольны, счастливы, очень всех, классно. Мы всех пап спрашиваем, кто главный в семье, по вашему мнению? Главный командир — это дети. Командиры? Ну, да, это еще какие, они самые-самые. Весь дом на маме, весь дом. Нужны, конечно, они укрепляют семью, все вместе провести время. С пользой. Ну, наверное, это неплохо. Такие праздники. Мне кажется, это просто для развлечения, для эмоций такие праздники. Уж не для укрепления семьи точно. Ощущения отличные, так все интересно. Столько всяких игр тут можно. И тематических тут палаток, и праздник целый.
устроили нам. Нам очень приятно. Нам очень нравится. Главное, что не ребенок, конечно. Я считаю, что такие праздники, они очень важны. Их нужно ввести в такую систему и делать их разнообразными. Это же, конечно, объединяет семью. А семья же это не только мама, папа и ребенок. Это же и бабушки, и дедушки, и сестры, и братья. Они должны встречаться. Я считаю, такие праздники помогают именно объединять большие семьи.